акустические системы «Урал». Просто, надежно, мощно. Всем привет, меня зовут Андрей. Мы продолжаем серию выпусков, посвященных акустическим системам «Урал». Сегодня речь пойдет о флагмане акустических систем линейки АК. Она представлена коаксиальной и компонентной акустикой. Коаксиальные динамики диаметром 13 см, 16,5 см и 16 на 24 см. Компонентная система тоже диаметром 13 см и 16 см. Особенности конструкции. В первую очередь это корзина со специальным антирезонансным покрытием, которая полностью устраняет паразитные призраки. На корзине расположены два подпружиненных разъема для подключения внешнего кабеля. Массивная магнитная система, защищенная резиновым кольцом с фирменным логотипом «Урал». Кольцо предназначено для того, чтобы защитить динамик при установке и при эксплуатации. Таким образом, магнит защищен и не боится ударов даже при небольшом падении. Фирменный трехслойный диффузор с полимерным покрытием, мягкий бутилкоучуковый подвес. Уникальность этой акустики состоит в том, что здесь применена технология очень близко расположенных центров излучения СЧ и ВЧ трактов. То есть ВЧ тракт выступает относительно СЧ тракта всего лишь на 2-4 мм. За счет этого достигается очень широкая диаграмма направленности. Например, при установке этих динамиков в нижнюю часть двери измерение на микрофоне расположено в области прослушивания, дают изменения частотной характеристики в области ВЧ-диапазона всего лишь 3 дБ, что очень незначительно. У коаксиальных динамиков твиттера майларовые. Немножко хочу акцентировать ваше внимание на динамике размером 16-24 см. Здесь применено сочетание двух твиттеров – шелкового и майларового. Это сделано не просто для того, чтобы назвать эту акустику трехполосной. Эта конструкция учитывает прежде всего расположение этих динамиков. Как правило, эта акустика располагается в задней части автомобиля. И высокочастотный сигнал доходит до слушателя, отражаясь от заднего стекла. Неизбежны потери. Так вот, применение майларового твиттера позволяет компенсировать эти потери, потому что майлар дает подброс верхней части ВСЧ-диапазона, тем самым эти потери компенсируются. И вы слушаете очень хороший высокочастотный сигнал. Двухкомпонентная система отличается от коаксиальной тем, что вместо твиттера здесь стоит тело венты, которое тоже нам позволяет получить очень широкую диаграмму направленности. Высокочастотный динамик шелковый, причем новая линейка слегка модернизированный твиттер имеет. Вот я его держу сейчас в руках. Ну, может быть, не так хорошо будет заметно на камеру. У него увеличенные отверстия в защитной сетке и немножко изменена сама конструкция. Твиттер получился более качественным, более правильным, ну, менее резким, потому что на резкость твиттеров немножко жаловались люди, мы учли эти пожелания. И этот твиттер модернизирован, и он отвечает как раз более лучшим требованиям. Более того, в двухкомпонентных системах очень идеально подобраны твиттер и мидбасовая часть. За счет этого мы отказались от применения какого-то дополнительного кроссовера второго порядка. Здесь используется просто фильтр, который стоит на проводах на основе неполярного конденсатора, что существенно улучшает и упрощает установку в автомобиле. Провода, кстати, в комплекте идут достаточно качественные, и, как правило, их можно применять без какой-либо замены. Также достаточно простой кроссовер позволяет минимизировать потери, и эта акустика очень неплохо играет даже при подключении к штатному усилителю главного устройства.
уникальность этих динамиков всей линейки в их басовитости, которая достигается уникальным сочетанием массы, структуры диффузора, длины катушки и величиной магнитного зазора. Очень длительные измерения прототипов в безэховой камере и позволили нам получить конечный результат, который так нравится потребителям. Акустика очень качественно исполнена, что вы видите на своих экранах. Как правило, это отличительная черта всей акустики Урал – качественное исполнение при минимальной цене. Выбирайте Урал просто, надежно, мощно. Акустические системы Урал. Просто, надежно, мощно.